Привет! Я готова показать новый чехол для телефона. Это водонепроницаемый чехол. Опять же, к сезону отпусков он может оказаться весьма актуальным. У меня уже был подобный из мягкого материала, вот, но как бы его, честно говоря, так подистаскали, что он пришел уже в негодность. Но он был какой-то попроще, а этот я уже взяла бренда, который, ну, как бы мне на слух озовский, Капоз. Вот, ссылочку я оставлю обязательно в комментариях. Надеюсь, что он прослужит мне подольше. Ну, в принципе, такая цена. Сейчас на распродаже он 380 рублей, по-моему, стоит в черном цвете. А такая цена позволяет там, в пару сезонов менять эти чехлы. Итак, этот чехол большого размера. Вот, то есть параметры. Ну, давайте сразу вам покажу параметры. Ширина чехла 10, высота почти 20 сантиметров. А что внутри? Здесь разъем для фотокамеры. Открываем на липучке. Хорошая липучка. Дальше еще одна липучка, которая удерживает застежку. И дальше, смотрите, раз ряд уплотнений, второй ряд. Ну, то есть, как бы так, достаточно надежно должен быть закреплен. Я пока его еще не испытывала сама в воде, сейчас с вами вместе испытаем. Итак, телефончик достали. Вот такой он, с силикона или с... материал, золотистый цвет, есть еще черный, точно красный шнурочек, вот так регулируется. Ну, давайте проверять. Давайте экспериментировать с телефоном. Помещаем один из телефонов, который чуть меньшего размера, чем чехол, сюда. И опять же, очень тщательно закрываем. Очень хорошо закрываем оба клапана. Так. Так, здесь телефон. Мне уже, конечно, хочется закрыть по максимуму крепко. Ну, давайте, во-первых, проверим, хорошо ли он работает. Да, все, все кнопки нажимаются. Экран легко переключать. Все отлично. Все замечательно. Тут у нас AliExpress, конечно же, сразу. Все работает. Так, открываем фотографию. Ну что же, фокусирует, как и прежде. То есть вот эта часть ему совершенно не мешает. Делаем памятное фото. О, звук даже слышен, отлично. Все, выключаем. Так, на этом телефоне. Все, давайте проверять, опять же, наше предполагаемое море.
заряжаем телефон. Слава богу, что с ним все в порядке. Слушайте, ну отлично, отлично. Под водой, кстати, тоже все работает. Ну, отличный вариант. За эту цену подарок. Там в магазине часто бывает купончик. И чуть дешевле выходит, если брать, допустим, сразу два чехла. Так, один момент. Я сейчас его вытру. Отставляем еще воду. Ну, смотрим. Все в порядке. Все, здесь все надежно закрыто. И это то, что спасает наш телефон. Супер, я довольна. Чехольчик отправили мне из Китая. Обычная была стандартная упаковка. Почтовый пакет. А в почтовом пакете лежал чехол. Потом такая рекламная штучка. Тут код для перехода в магазин. И пакетик. Все просто, лаконично, лишнего не нужно. Все, осталось дождаться отпуска, чтобы использовать этот чехол по назначению. Всем желаю скорейшего отдыха, приятного отдыха. Пока!